Посольство США при ООН ближе представительств других стран к штаб-квартире Всемирной организации. Перешел Первую авеню, и вот он, такой необычный для Манхэттена небоскреб. Армобетон, звуконепроницаемые комнаты, окна-бойницы. Все, по мнению хозяев, должно напоминать, кто есть кто не только на этом нью-йоркском пятачке. Построенное после терактов 11 сентября здание миссии США при ООН сравнивали и со средневековой башней, и с тем, как Америка вообще позиционирует себя в мире. Мол, мы там внутри в безопасности, а вы снаружи как-нибудь сами. Хозяйкой башни Ники Хейли пробыла 2 года, пока не начала понимать, ей, профессиональному политику, становится тесно за этими глухими стенами. Назначение Хейли для Трампа было редкой удачей. Кадровая текучка в Белом доме поражает. Во-первых, женщина в почти полностью мужском кабинете. Во-вторых, у Хейли настоящее имя Нимрата Рандхава, родители из индийского Амритсара. При этом христианка, да еще и замужем за капитаном, служившим в Афганистане. И главное, несмотря на то, что во время предвыборной кампании Хейли, как губернатор Южной Каролины, поддерживала конкурентов Трампа, сенаторов Рубио и Круза, она ни разу не дала усомниться в преданности его политике. Посол, ждать ли нам новых ударов по Сирии? Время для разговоров истекло. Необходимо было действовать, и это случилось прошлой ночью. Это про апрельские удары по Сирии. Идею подал советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Трамп назначил его за неделю до этого короткого разговора. Неделю спустя у Хейли появится и новый шеф. Госсекретарем станет Майк Помпео. Оба скептически относятся к ООН, оба, и в этом США почти едины, и есть причина ее внезапной отставки. В ее первый год в должности госсекретарь Рекс Тиллерсон был в тени, поэтому она играла роль спикера за США в ООН. И был советник по национальной безопасности, который предоставил ей возможность свободно действовать. Но сейчас Болтон и Помпео гораздо более квалифицированные, более сильные для борьбы в бюрократической системе. «Выбирай, что хочешь», — сказал Дональд Трамп Хейли в овальном кабинете, куда позвал ее после того, как получил письмо с новостью об уходе. Улыбнувшись, Поспред отказалась от президентских амбиций на 2020 год и пока что выбрала свободу. Нет никаких личных причин. Очень важно для властей понять, когда наступает момент отступить. За последние 8 лет я сделала все, что могла. И я думаю, что иногда должны приходить другие люди, которые вложат новые силы. За словами о том, что нет личных причин, может ведь и скрываться намек на причины внешние. А что, если дело только в финансах? В настоящее время она, без сомнения, хочет заработать большие деньги. Она не входит в число богатых людей администрации Трампа. В основном она жила на свою зарплату. Есть, правда, и те, кто считает, что не на нее одно. Общественники обвиняют Хейли в получении скрытых взяток в размере 25 тысяч долларов. Бизнесмены из Южной Каролины якобы оплачивали ее перелеты. Впрочем, коллеги по совбезу отмечают другую сторону Хейли. В ООН она все-таки научилась слушать. И в этом есть заслуга патриарха американской дипломатии. Раз в месяц Ники Хейли завтракала с Генри Киссинджером, который давал ей ценные советы и о Китае, и, конечно, о России. Я сожалею, что она уходит, потому что у нас были хорошие рабочие и личные отношения, несмотря на все различия. Но она все еще находится на своем посту. Это не было отставкой как таковой, это было объявление об отставке. Так что у нас будет достаточно времени для совместной работы здесь до момента окончания ее деятельности по представительству США. Не хватать ее в ООН будет и прессе. Я Курт. Хорошо, хорошо, прекрасные люди. Мистер президент. Да, пожалуйста, мистер Курт. Благодаря несуразной ремарке, это Мажида Гли Трамп назвал мистером Курдом, журналист из иракского Курдистана превратился в главную медиазвезду Генассамблеи. Я не эксперт в вопросах стиля и моды, но я думаю, что ее образ, подчеркнутый не только выбором одежды, но и тем, как она себя презентует, заставляет ее уважать. Она жесткая, невероятно амбициозная и очень активная. Именно поэтому я не верю, что это станет концом ее политической карьеры. Ники Хейли пойдет очень далеко. Но кто реально способен заменить единственную представительницу нынешней администрации, что почти в равной степени нравилось и республиканцам, и демократам? Одним из первых назвали имя дочери Трампа – Иван. Я думаю, что Иванка была бы невероятна в этой должности, однако это не значит, что я ее назначу, потому что это приведет к обвинению в кумовстве. Хотя я не уверен, что кто-то справился бы лучше нее. Но это нормально, мы рассматриваем множество кандидатур. Любопытно, что мы обсуждали назначение человека, которого вы только что упомянули. Но Дина Пауэлл, про которую и говорил Трамп, уже отказалась. В шорт-листе по-прежнему Ричард Греннелл, глава дипмиссии в Германии.
Впрочем, считается, что сильным ходом будет выбор в пользу слабого пола. Тут и посол в Канаде Келли Найткрафт, и основательница фонда по борьбе с раком груди Нэнси Бринкер, и постпред Рената Хатчинсон. Сама же Хейли пообещала Трампу доработать до середины января. К этому времени она, наверное, определится со следующей целью. Как и положено девушке с американского юга, цели она умеет не только выбирать, но и в них попадать, каким бы ветром ни унесло.